Кемеровской, Томской и Свердловской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Хакасия. В том числе 32 представителя из Тувы, или это 43% от общего числа участников. По информации Министерства экономики Республики, выставку посетило свыше 10 тысяч человек. Общий товарооборот составил более 17 миллионов рублей. Всего заключено 13 соглашений. Отмечается, что Минсельхозом нашего региона заключен договор о сотрудничестве с компанией «Агробиосервис» из города Красноярска. Компания является партнером многих животноводческих предприятий в России. Участие иногородних предприятий способствует открытию в Туве их торговых представительств. Так, были созданы представительства производителя чая «Унтов», абаканская компания открыла представительство в Кызыле. Также другая абаканская фирма благодаря ТВ-экспо сотрудничает с местными предпринимателями по поставке своей продукции. И таких поставщиков из других регионов множество.